Четвертая, да, я тебя люблю. 32-я. Да. Вам, да. Вам сколько?
молодец. 15-20 подошли, 15-50 лет. Все успеваете, вторая вода. Ножки сейчас понюхаем, потрогаем. Ножки сейчас помоем. Вот этот вот правый бы я подтянула немножко. Ну, уже это, там. Это а, ну тогда все нормально. Так, не торопимся, девочки, у нас там трафик. Извините. Да. Так, мальчики, а что это у нас носки разные? Предупреждение. Либо снимаем оба носки. Ой, давай. Кипка-пане. Тебе. Это все, все окей, только уточни кто. А все равно скажите время, вода. Пятая вода. Время вода. 16:00. Где это лопать? А где это лопать? Где вода? Вторая? Thank you.
спортсмен определяется, он еще себя пробует, как у него получается, нет, насколько он выглядит по отношению с другими соперниками, для того, чтобы определиться, стоит ему продолжать быть профессиональным спортсменом, либо уже стать любителем и воспитать свою жизнь чем-то другим. Помнишь ли ты себя, вот такие моменты в мозге, что тебе запомнилось, что ты Ну, я хочу тебе напомнить, мне не 83 года, а 44, и я прекрасно помню все периоды своей жизни, пока еще. Поэтому, конечно же, слава Богу. Слава Богу, конечно. Поэтому, кстати говоря, прости, лирическое отступление, но спортсмены, которые вот, активно, тем более, сохраняют потом достаточно плодовитую жизнь, практически не страдают работой геймера и Может быть. Вообще все индивидуальные случаи. Но касаемо моих выступлений, у меня я до 90-х период практически пропустил. Это связано с тем, что в 98-м году, когда было 18 лет, я становился чемпионом среди юношей. В одиночке в 97-м году, когда 18 было, был участником чемпионата мира. В 98-м стал чемпионом. И в составе четверкопарной принимал участие на первенстве мира, как раз юношей стал серебряным призером. Затем в 99-м году, когда уже был юниорский бой, настал период, я со своим напарником Иваном Байдачевским мы выиграли чемпионат России в двойке парной. Четверки парной. То есть из юношей мы сразу стали чемпионами среди взрослых. Мы одержали победу. Да. Как настроение? Прекрасно. А меня слышно? Да. Питеру привет. Понял. Сейчас подожди.